Обязательно учите детей читать книги, вот, и проводите с ними как можно больше времени вместе, читая книги. Да? Вот, ну, самый лучший ритуал отхода ко сну, никто лучше другого не придумал, как чтение книги, полчаса, 40 минут, час, ну, вот, когда вы совместно с ребенком читаете какую-то книгу. Вот, у вас, во-первых, приобретается общее какое-то смысловое поле, в котором вы вместе находитесь. Во-вторых, это очень важно, что ребенок тренирует свое воображение, потому что при чтении книг он вынужден визуализировать то, что он, о чем он слышит, про что ему рассказывают. Он способен представлять, он способен чувствовать там, и так далее. Вот, без чтения книг, без чтения художественной литературы вы не можете сформировать нормальный